Семилетняя жительница Самары Настя Карманова уверенно идет к своей мечте. Девочка год проучилась в музыкальной школе по классу вокал, сняла клип и мечтает о большой аудитории слушателей. Да, я хочу выступить на параде Победы 9 мая. И вместе с другими школьниками Настя пришла на молодежную конференцию «Мечте на встречу», организованную при поддержке правительства Самарской области, чтобы узнать, как воплотить желаемое в жизнь. На сцене спикеры из разных городов России. Меценат Светлана Боженская из Сочи уверена, не стоит делать то, что модно, нужно слушать себя, чтобы стать тем, кем действительно хочется, и много работать над собой. Когда мы живем в пункте А, и мы не видим пункт Б, нам как бы у нас нет такого стремления идти вперед. Поэтому мечта – хороший фундамент нашего сегодняшнего, завтрашнего, будущего. Но мне, конечно, бы хотелось сказать, что мечта – это не просто картинка в голове, это не просто желание, которое мы отправляем куда-либо и ждем. Конечно же, за этим следует действие. Создатель русской аналитической школы Юрий Курносов уверен, нужно воспитывать в себе системное мышление. Я хочу, чтобы город Самара стал интеллектуальной столицей нашей страны, потому что здесь есть огромный потенциал научно-технический, вот, интеллектуальный. И мы хотим с раннего детства, с юношества ориентировать людей, мотивировать ребят на интеллектуальное взросление. Ни нефть, ни золото, ни газ, ни алмазы важны в России, а именно интеллектуальный потенциал молодежи. Перед участниками конференции выступили и многодетные мамы, которые в разные годы становились победителями конкурса «Миссис Самарская губерния». Они точно знают, как все успеть, уверена организатор конференции Юлия Сартакова. Наступило время, когда нужно из уст в уста передавать знания. Цифровое пространство затянуло наших детей, и мы с вами это прекрасно знаем. Сегодня приехали спикеры, очень интересные, с интересными регалиями, которые поделятся с девчатами, ребятами простыми советами. Что же такое путь к успеху, мы объясним. Что же такое мечта? И есть ли вообще алгоритм у мечты? Молодежная конференция «Мечте навстречу» – это живая площадка, где дети могут задавать вопросы госслужащим, предпринимателям, медийным людям. Такие встречи будут проходить регулярно. Виктория Шаре, Григорий Плешаков, «События».